Варкала – одно из красивейших мест Индии, жемчужина штата Керала. Этот живописный древний городок уютно расположился на утесе. Клифф – с английского «отвесный абразионный обрыв», образовавшийся в результате миллионов лет разрушения высокого коренного берега действием прибоя Индийского океана. Клифф над океаном утопает в тропической зелени и цветах. Местные жители живут неторопливой жизнью. Варкала понравится тем, кто любит тишину, спокойствие, духовные и энергетические практики, оздоровление, саморазвитие, самопознание, медитации и умиротворение. Отдых, путешествия, оздоровление и саморазвитие на основе духовных боевых искусств. Система «Космос» в Индии. Здесь сказочные места. Волшебство случается, а легенды оживают. А желания с легкостью сбываются. Речь идет об магических уголках Индии. Краски сочные, а море успокаивающее и необозримое. Рассветы и закаты невозможно пропустить. За пределами привычной нам реальности скрывается другой, невероятный, космический мир, противоречащий многим нашим представлениям о Вселенной. Приглашаю вас совершить космическое путешествие в Индию и совместить одновременно отдых, оздоровление, путешествие и практики саморазвития на основе боевых и магических методов моей авторской системы «Космос». Good. Come on. Over. Энергоинформационная система Старова. Развитие биоэнергии и управление реальностью.